Привет, друзья! Сегодня хочу рассказать вам про керамбиты. Значит, это оружие малайского архипелага. Вот так, что нам пишет про него журнал «Прорез». Вот, всевозможные формы существуют. Вот, но это не важно, это вы можете посмотреть в интернете. Так сказать, все что угодно. Вот, я хотел бы сегодня рассказать вам про вариацию от Steel Claw. Вариация керамбита от Steel Claw называется Гриф. Купил я ее совершенно непонятно зачем, потому что в быту он совершенно бесполезен. Вот. Хотя я встречал девушку, которая носила с собой керамбит от Cool Steel и говорила, что он очень удобен, и чистить апельсины, и яблоки. И вообще в быту она им пользовалась, говорила, что ей очень удобно. Мне он крайне неудобен, вещь такая опасная, можно оттяпать себе палец легко, потому что необычная форма. Вот, купил совершенно, как я повторюсь, уже необдуманно, в момент уныния, порадовать себя. Потом, собственно говоря, не понял, зачем это сделал. Но раз он у меня есть, я и про него расскажу. Значит, вот из АУС-8А он сделал. Значит, вот. Ножны из Кайдекса. Давайте сначала про нож я расскажу. Все так хорошо сделано. Прям все обточено, все подогнано. Прям никаких вот ни щелей, ничего. Все очень четко. Вот. Красиво сделан клинок. Вот что у него не отнять, это то, что он красив. Разве что спорный момент, это вот здесь вот. Мне кажется, что вот это вот место, вот это вот острое, вот здесь на G10, оно впивается в мизинец, когда строгаешь. Или даже вот это. Но совсем минимальный дискомфорт, всегда можно подточить. Вот, значит, поставляется он с кайдексовскими ножнами, с ножнами из кайдекса. Также в комплекте, давайте, в ножны вставляется легко, вот здесь есть упор для пальца, легко вытаскивается, легко втыкается, при необходимости можно выдернуть. Вот, немного в ножнах ходит, совсем немного. Вот, в комплекте идет теклок. Теклок очень неплохого качества, неплохо сделан, фиксатор. Вот эти штучки мы нажимаем, открывается. Вот, здесь эта штука регулируем размер ремня, но это дальше я покажу. Вот, и, собственно говоря, одеваем на ремень, защелкиваем и фиксируем. Очень удобно. Также можно его переставить, как вам угодно, в любое положение. Вот, значит, давайте я его сравню с крысой, наверное. Так. Вот у нас крыса. Вот так вот, наверное. Насколько это корректно, я не знаю. Наш специфический. Не знаю, для кого он будет интересен, разве что в быту вскрывать коробки. Ну, как я повторюсь, некоторые все-таки находят ему применение. Так, значит, весит керамбит 280 грамм вместе с ножнами. Без ножен он весит 195 грамм. Толщина лезвия у нас вот здесь вот 5 миллиметров. Вот, значит, сведение у нас вот здесь вот 0,6, и кончику оно переходит на 0,8. Давайте поближе покажу. Вот, держать вполне удобно, и так удобно, в общем-то. Вот так мне не очень удобно, у меня маленькая рука, хочется, чтобы, видите, остается место для большой руки, наверное, вот такой хват будет более удобен. Вот, вот для такого хвата вполне удобно. Палец ложится вот
вот на это углубление, так выемку на эту, вообще хорошо. Вот, стоит, я за него заплатил 1500, это было до подорожания, не знаю, полгода назад, может быть, больше. Сейчас он пришла новая партия, они стоят где-то сейчас в районе 2650, если я не ошибаюсь, могу ошибаться. Вот, далее, я давайте, не знаю, как его тестировать, даже не представляю возможным. Вот, тестировать. Но все-таки давайте я попробую порезать продукты и, может быть, чуть-чуть построгать там палку какую-то, чтобы у вас сложилось полное впечатление об этом ноже. Эта штука регулирует толщину ремня. То есть толщина ремня у нас вот такая. Вот это у нас на пружинке, так скажем. Не то, что на пружинке, но она как бы двигается и защелкивается таким вот образом. Резать крайне неудобно, а оттяпать палец очень даже легко. Честно скажу, даже не представляю, как можно тестировать вот этот, вот этого монстра. Как бы он в быту он совершенно бесполезен. Вот. Ну давайте, не знаю, построгаем что ли деревяшки ради того, чтобы обзор был полный. Ух! Строгает неплохо. Ну, если вам понадобится вот этим монстром заточить деревяшку, то, в принципе, он справится с этим легко. Небольшой дискомфорт вот здесь где-то. Вот здесь вот на острой части G10. В остальном нет проблем. Хватает, как видите, очень бодро, очень мощно. Боюсь, как бы не оттяпать палец этим монстром.
Ну, режет, в общем-то, и строгает. Не знаю, насколько это оправдано. В руке достаточно тяжело. Нагрузка большая.